Агульная колькасць злачынстваў у вобласці знізілася на 2,5%, а вось корупцыйных злачынстваў стала больш. Толькі ў апошнія месяцы мінулага года праваахоўныя органы завялі шэраг крымінальных справ на пасадавых асоб у сферы жыллёва-камунальнай гаспадаркі. У прокуратуры вобласці падвялі вынікі дзейнасці. У вобласці лета знізілася колькасць крадзяжоў, рабаўніцтваў, злачынстваў, якія здзейснілі непаўналетнія. Разам з тым летась стала больш корупцыйных злачынстваў. Когда покупают за бюджетные деньги необходимое оборудование по завышенным ценам, это, естественно, вызывает вопросы. Поэтому сейчас расследуется ряд уголовных дел. В скором времени они будут соединены в одном производстве. И при расследовании этих уголовных дел, я думаю, что выяснится еще и новые факты совершения этих преступлений. У экономичной сферы прокурорские работники акцентуют работу на вертанне дебиторской запазыки белорусским предприемствам. Например, недавно працевали по скорочении запазыки на Белшине. Товаропроводящая сеть у Белшина, которая находится в Российской Федерации, Украине. Особенно мы проверили Краснодарское дочернее предприятие Белшины. Там есть злоупотребление, и сейчас решается вопрос с российской стороной о возможном возбуждении уголовного дела в отношении руководителя. Прокурорский нагляд и надалей будет организован во всех галинах народно-господарчего комплекса в области. Кристина Каранкевич, Сергей Карпяков, Виталь Алексеенко. Новини регион.